На Южном Урале наладят производство светодиодов. Первый шаг к этому уже сделан. Министерство промышленности региона подписало соглашение с компанией «Оптоган» и Федеральным ядерным центром. Планируется, что на базе снежинского предприятия будут выращивать кристаллы. В создании современных осветительных приборов также будут задействованы Мяски, машиностроительный завод и Роснаносвет. В результате на Южном Урале может появиться отдельная структура, которая будет включать производство по выращиванию кристаллов и изготовлению из них светодиодов.